Сегодня в районе Чумки произошел пожар. Горел хоздвор с отработанными покрышками. По повышенному рангу на вызов прибыли спасатели. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС, которые при локализации пожара использовали спецтехнику и пену для тушения. По словам рабочих, огонь охватил около 40 квадратных метров площади двора, который был захламлен. По словам очевидцев, изначально загорелся мусор, огонь быстро распространился на покрышке. На данный момент пожар ликвидировали. Причины возгорания выясняются.